друзья, ну вот это прекрасное место. Мы тут по прямой, ребята чуть объехали. Лёня спускается. Ну а теперь Андрюха. Красиво, а бородач уже там. Так больше страшнее выглядит, чем на самом деле. Так, видите? Ровно, ровно. Это жесткий пилот. Поехал, но не сложно тут на самом деле. Кто не знает, просто тем страшно. Это трасса, так, траектория трассы. Это выход. Тут раскатанный он был, обрыв такой почти вертикальный. Уже за 3 года раскатали хорошо. Выключите колонку! Андрюха помылся. Лёня бережет машину сегодня. Газ и тормоз, и... Резко! Да, упали. Точно, что как на лодке. Так, у Немох еле выехал. Витя развернулся. Блин, так экстремальненько.
А неплохо. Жестковато, да? Я думал, он сдал назад. Ни хрена. На, ближе подойдешь, я заеду там, где он не заехал. Включено все. Не, не сможет. Не, не хочет туда больше ехать. Так. Трудно. Но на самом деле, чтобы вы понимали, здесь почти отвесная стена. Единственное, что можно сделать, это разровнять ее, что ли, так заехать. Сложно. А вот так зацепился, смотрите. Да. Ну что же, задними колесами. Да, да. Ну, молодец, заехал. Вот так вот. Я, честно, даже не ожидал. Ладно, пойдем наверх. Так, попытка Вранглера теперь. Там внизу очень мягко толкнуться нельзя, понял? Я поменял там траекторию. Да, колеса встреют и подкатывают. Да, да. Из-за этого... Ну, каким-то чудом, да? Просто камера не передает всю эту... А вот ну, тут под дерево можно и проехать. Клиренса не хватает. Саня, правее попробуй. Рации нет. Сань, туда. А вот нормальный джипер к нам подъехал. Сюда! Братуха! Уехал. Этот мне так не сдастся, конечно. Я его знаю. Ну, хотя тут сложновато. Ну, может, бампером выровнять эту горку. Вертикальная Ни хрена себе, скатерть самобранка. Брус, тебе еду принеси, давай. Тебе еда. Жри. Хорош козлом меня обзывать. Ну не знаю, мясо не...
Я за помидором шел, Крис, не поверишь. Я пошла такая, верю. Этот самый, да, пьянка. Рубил его такой. Слышишь, ты сейчас похож на голодного польского полицейского в этой форме. У них там такое, это ты где-то кого-то выставил. Принимали, да? Да, с камерой. Подходим, смотри. Чувак сидит в Криса-котлете. Руслан, ты подходи или кто-то знает? Я подходил. Добрый день. Добрый вечер. А что вы тут делаете? Машину я признаюсь, угнаю. Я угнал машину. А куда вы едете? Да. Через границу хочу проехать. Не сечу вообще, чувак, по полной программе. Это счастливчика лагеря, кстати, боец. Представляешь, как люди там наебут? Счастливчик это из палатки. Ребята, подходи. Поднимает палатку, под палатку, внимание, и все в сторону, а он там летает, все закрыто. Петарда как кулак. Как-то надо съебать отсюда. Палатку порвало? Ты с палаткой, блядь, так же. Похуй! Если бы тебя подложили такой, брат, гранату, то ты бы тоже так пиздовал. Саня, в Польше не было, но погоди, в Польше. Не было. Да. Теперь не подходи. Вероника! Друг, не дыши. Давайте жрать, блин. Пожалуйста. Бутербродом я не видел. А помидоры были, да. Я думаю, что у тебя такой рот большой. Не знаешь, почему дельфин? Нет, я не знаю. Блин, после обеда тяжело идет машина, я вам скажу. Еда перекочевала. Блин, жесткий. Не, нормально идет.